Всем привет! Меня зовут Мускатина Катя, и это наш проект «Масляная среда» совместно с компанией Capital Loop. Сегодня у нас в обзоре новинка российского рынка – моторное масло Mercury GP Lubzar City Performance 540. Что такое Lubzar? Если вы пропустили ролик о том, что такое Lubzar, то ссылка в описании. Либо подсказка вот тут. Концепция Lubzar и вправду очень интересная. Обязательно посмотрите. City Performance в названии масла означает о городском предназначении масел, то есть для автотранспорта в ежедневной городской эксплуатации и ни в коем случае не на гоночном треке. Давайте визуально осмотрим канистру. Что мы видим? Очень яркая канистра сочного апельсинового цвета, которая точно не оставит никого равнодушным. Канистра уже узнаваемая по антифризу Mercury GP Smart Ice и, конечно, неизменный логотип Capital Loop. Узнаваемая и интуитивно понятная этикетка, собственно, как и на всей продукции Mercury GP. Интуитивная она – это потому, что это не что иное, как торпеда автомобиля, которую вы видите почти каждый день и легко считываете параметры. А теперь подробнее про описание масла, соответствие допускам, состав и физические свойства. Mercury GP Lubzar City Performance 540 – современное, полностью синтетическое моторное масло для всесезонного использования. Идеально подходит для городского режима эксплуатации старт-стоп. Предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом и без. Обладает высокой стойкостью к старению, гарантируя надежную защиту от образования шлама и отложений на поршнях и выпускных клапанах. Обеспечивает отличные пусковые качества и высокую надежность смазывания холодного двигателя. Соответствует требованиям. Именно соответствует требованиям автопроизводителей, а не имеет одобрения. В чем разница? Если не знаете, то обязательно посмотрите наши выпуски из цикла «Масляная среда. Основы» на эту тему. Ссылка в описании или сейчас в подсказке. Ну так вот, соответствует требованиям. APS-NCF, ASEA A3B3, Mercedes 229-5, BMW Long Life 01, Volkswagen 502-505, а также Рено, Пежо, Ситроен, Фиат и General Motors. А что у нас с составом? С составом все очень хорошо. Масло изготовлено на базовом масле группы 3+, производства Танека. Также в состав масла входит пакет присадок компании Infinium до 10%. Депрессор компании Кусапур, загуститель компании Lubrizol. Пакет присадок обеспечивает высокий уровень моющих свойств ТБН-10 при полной зольности масла для легкомоторных масел. Физические свойства масла. Индекс вязкости – 175 сантистоксов. Температура застывания – минус 44 градуса Цельсия. Температура вспышки в открытом тигле – 220 градусов Цельсия. Вязкость при 40 градусах – 82,62 сантистокса. Вязкость при 100 градусах – 13,84 сантистоксов. Общее щелочное число – 9,72 миллиграмм гидроксида калия на грамм моторного масла. Кислотное число – 2,15 миллиграмм гидроксида калия на грамм моторного масла. Масло Mercury GP Lubzar 540 прошло полный спектр испытаний в лаборатории и дорожные тесты. Это масло спокойно выдержит любые дорожные условия и пройдет свои 7500. Это, собственно говоря, тот интервал замены масла, собственно, который мы рекомендуем всем нашим клиентам. Данное масло Mercury GP Lubzar 540 – это, по идее, идеальный продукт по соотношению цена-качество. И вывели вот это вот
какой-то такой баланс между качеством мирового уровня и ценой для российского рынка. И я думаю, что нам удалось. Mercury GP Lubzar 540, помимо хорошего качества, данное масло имеет очень привлекательные цены. Ну, масло Mercury GP Lubzar 540 достаточно легко зашло на рынок. Мы сразу сделали бочки, заказали бочки этого масла. И наши клиенты, которые с большими объемами, с большой проливкой, решили попробовать. Им понравилось. А масло вязкости 540, которое мы производим, самое лучшее сейчас соотношение цены-качества на данный момент. И оно самое продаваемое. Еще несколько фишек. Удобный момент в маслах Mercury GP Lubzar. С обратной стороны этикетки вынесена вся информация о физических свойствах масла. Теперь не надо гуглить ТДСку или запрашивать у производителя. Просто развернули канистру и вуаля! Посмотрели все параметры, если вдруг что-то подзабыли или нужно кому-то что-то объяснить. Компания ничего не скрывает. Закончилось у вас масло. Где его купить? Понятно, что есть сайт на обратной стороне этикетки, но есть способ гораздо более удобный. QR-код, который не что иное, как адрес именно этого масла, именно в этой таре. Взяли, навели свой телефон, и все, можно заказывать. Не забудьте только авторизоваться, чтобы была история заказов, копились скидки и бонусы. Ну так вот, какая же цена за эту яркую новинку? Сейчас, в 2021 году, это розничная цена, которую вы видите на экранах за канистру 5 литров. Повторюсь, 5 литров. Как вам? Для того, чтобы быть уверенным, что вы купили оригинальную продукцию из первых рук, сотрудничайте с компанией Capital Loop. Это не только дистрибьютор и импортер, но и производственная компания, которая очень внимательно следит за качеством продукции из своего ассортимента. Покупая продукцию у них для себя лично, или для своего автосервиса, магазина, или для оптовой компании, вы получаете гарантию того, что это оригинальный продукт из первых рук. Ссылки на масло в описании. Если вам понравился ролик или появились вопросы, то обязательно напишите об этом в комментариях. Не забывайте поставить лайк, подписаться и нажать колокольчик. Ровных вам дорог, качественных масел, ведь вы этого заслуживаете. Это была Мускатина Катя и наш проект «Масляная среда» на канале Capital Loop.